А вы сейчас просто не поверите, о чем мы поговорим. Мы поговорим о втором сезоне сериала «Игра в кальмара». Разберем анонс, трейлер, и я вам расскажу кое-какие спойлеры. А вы мне напишите в комментариях, нравится ли вам этот сериал. И вообще, какой персонаж вам понравился больше всего из первого сезона. А я напоминаю, что мы на канале Оксана Гетман, Телеклуб. То первый сезон закончился тем, что наш главный герой перекрасил волосы и снова записался в игру. Как участник. Он в нее и войдет. Его примут с тем же номером, но финал сезона вас просто шокирует. Будет мой любимый эффект. Вот это поворот! Такой же поворот, который был в первом сезоне. Такой же поворот, который нас ждали в «Игре престолов». Но к финалу сезона мы еще дойдем, а сейчас по порядку. Какие же будут игры? Ну, во-первых, женская скакалочка, девичья такая. Это будет игра один на один. Будет командная игра, эстафета, обычная школьная эстафета. Ну, или детсадовская, смотря кто, когда в нее играл. Ну, финальной игрой, конечно же, останется игра в кальмара. Есть один примечательный момент. Из-за того, что участник игры с первой игры вернулся во вторую, то организаторам игры пришлось поменять все игры, и об этом будет сказано в самом сериале. Все, кроме финальной. А финал приведет вас в шок. Помните, как в первом сезоне, в конце сериала, мы узнали, что этот дедушка жив, хотя мы за него переживали весь сезон, главный герой за него переживал. Такой же эффект будет во втором сезоне. Только переживать мы будем за нашего 456-го, а он окажется организатором игры. Вот это поворот. Он зайдет в игру, чтобы ее уничтожить, будет на протяжении всего сериала бороться против этой системы, а в финале окажется среди их. Нравится ли вам игра в кальмара? И за кого вы болели в первом сезоне? Напишите в комментариях. Как вам финальчик?